Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг. У меня всем собирается есть, кушать. Приятного аппетита! Давайте это делать вместе. У меня все одно да по одному, как вы скажете. Ну, я ем то, что мне нравится. Поэтому сегодня я отварила себе опять брокколи и дамплинги королевские доедаю с креветкой. И салатик, конечно же, салатик, огурчики, помидорчики, лучок репчатый и листья салата. Зеленуха закончилась. Надо пойти прикупить. Как это вкусно. Заправлено вонючим ароматным маслом. Ну и соевый соус я так и не купила, поэтому я буду опять есть с майонезом. Или со сметаной. Не знаю. Горячий еще. Брокколи. Вот тут попало маслечко от салатика в брокколи. Так вкусно. Неужели солнышко вышло что-то сегодня? Потеплело вроде бы. Но дождик. У меня сметанка, но я хочу майонезик. Сметаночка. На-на-на-на. Как у вас погода? Я немножко видосики отстаю, как вы знаете. Вот. Ничего страшного. Блин. Мой салат вкусный. Хочется, конечно, уже свое. Я уже рассказывала. Я сварила опять. Вот она, креветуля. Видите? А что их можно? Как много. Обалдеть. Пахнет неприятно только. Их можно варить, жарить в микроволновке. Я уже рассказывала. Эти с креветкой. Я почитала состав. В общем, здесь не соевое мясо, как я в прошлый раз предположила. Но очень похоже. Здесь мясо курицы, капуста, лук и креветка. Также есть просто вот с курицей и с овощами. И есть вот с этой стеклянной лапшой же. Повторяюсь еще раз. Обожаю брокколи. Про огурцы, которые я-то садила на балконе. Я их увезла к родителям. И там уже маленькие огурчики появляются. На Дзен так и не выложил, надо выложить. Вот. Ну и папа, который садил, ну, обычные огурцы. Уже вот такие огурчики появились, представляете? Первый урожай, короче говоря. Так что приходите ко мне на Дзен. Неизвестно, что у нас будет дальше с Ютубом. Я думаю, что ничего. Мне вот эти вот усеры уже не нравятся, юзеры. Так что, если что, ищите меня в Дзене. Там я... Вот сегодня я выложила продуктовые покупки. Там, кстати, вот есть эти дамплинги. Сколько они стоят? Прикольная штука. Ну, еще раз повторю, что на любителя вот каждый должен попробовать. Нет, не должен, конечно. Кто хочет, может попробовать и уже для себя понять, понравится вам это или нет.
Жареные они тоже вкусные. Ну, не охота заморачиваться, честно говоря. Нашла, короче, помните, я рассказывала про фильм-то этот? Колбаса у меня такая. Лангольеры, что ли? Мне в комментариях написали спасибо, что он есть на Ютубе. Я нашла его, начала смотреть. Даже не помню вообще, о чем он был. Так вот, смутно. Я единственное, что помню из этого фильма, что там были эти круглые штуки, которые все ели. Вот, а тут, оказывается, они в самолете летят. Интересный, захватывающий сюжет. Я люблю такие фильмы, так что я сегодня буду продолжать смотреть ночью. Когда все будут спать, и я буду смотреть. Понимаете? Это наподобие, вот я смотрела сериал «Манифест», там тоже про самолет. Ну, знаете, «Манифест» потом уже, короче говоря, тоже там наерундили, уже потом начали другие сезоны снимать, и, в общем, мне уже перестало нравиться. Я так и не досмотрела, кстати, его. Перемудрили потом уже. А вот «Лангольеров» я досмотрю, кто смотрел. 90-е, в 90-х его показывали. Он просто длинный, там что-то 3, по-моему, часа идет. Вот неделя просто вот холодов, вот реально. Просто неделя вообще вот ни о чем была. Вот такое вот лето. Как это вкусно. Давайте попробуем со сметанкой. Со сметанкой не то. Пойду. Со сметанкой пельмешки нужно кушать. Красота. Ляпота. В общем, купили мы эту корейскую лапшу. Бульдак. Взяли розовенькую. Ну, там вот нам девушка, я уже это говорила или нет, которая продает, сказала, что они все острые. Ну, это самое, типа, не острое. Вот. И меня опять спрашивали, Яна, когда ты будешь сниматься с Евой? Друзья мои, я вообще против, конечно говоря, съемки с детьми. Не знаю, потому что столько неадекватных людей. Я бы с удовольствием. Ну, я не знаю. Кто-то мне предложил отключить комментарии. Ну, а зачем? Негатив-то все равно будет идти. В общем, думаю я. Конечно, было бы прикольно, интересно. Я с вами согласна. И мне не скучно. Ну вот, как-то я не знаю, сомневаюсь я, в общем-то, в этом деле. То, что мне пишут, мне вообще пофигу. На самом деле. По барабану. Кто-то мне сказал, о, тебя так задевают.
эти комментарии, когда там тебе что-то пишут. Слушайте, друзья, ну на самом деле, если бы они меня как-то задевали, меня оскорбляли, ну я бы, наверное, даже их зачитывать не стала, чтобы это все послушали, да? Я бы их удаляла, блокировала бы этих людей. Я объелась. Как это вкусно. Что еще надо? Вот этими наедаешься прям. Их в упаковке, я уже говорила, 11 штук. Я больше не хочу ничего. Я так объелась. Просто жесть. Вкусненько. Но сытненько. На этом я буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всех целую, люблю, обнимаю. Ваша Яна.